об истории, о природе и человеке. В Сургутском краеведческом музее открылась выставка «Берега». В центре экспозиции река Обь. Это своего рода осмысление стихии, как культурного и исторического наследия, как одной из причин развития нашей территории и всей Сибири. Экспозиция знакомит с природными особенностями всего Среднего Приобья в разные промежутки времени, начиная от артефактов археологии, останков мамонтов, обнаруженных в нашем регионе, заканчивая индустриальным развитием. Посетители смогут узнать о судоходстве, мостостроительстве и о том, какую роль Обь внесла в освоение Сибири. Мы пытаемся познакомить наших посетителей с историей формирования Оби. Но оно так далеко уходит в глубь геологической истории Земли, что это трудно представить и невозможно показать никакими экспонатами. Поэтому мы предлагаем сухие выкладки, в которых рассказываем о том, когда же начала формироваться наша область. В экспозиции более 600 различных предметов. Элементы взяты не только из фонда нашего музея, но и у соседей, например, Новосибирска и Томска, городов, чье развитие тоже напрямую связано с рекой Обь. Это своего рода традиция Сургутского краеведческого музея в честь юбилея презентовать городу новую уникальную выставку. Напомним, что учреждение празднует юбилей – 60 лет с момента основания. Каждая выставка, каждая абсолютно акция и события, которые проходят здесь на площадке, это бережное отношение к истории города и большая любовь к Сургуту, к родной земле. Через конкретные дела сургутян, через историю конкретных предприятий, интересных решений, направлений.